Фестиваль этот проходит во второй раз при поддержке молодежи и спорта в лице Константина Лобоченко. Цель – развитие танцев, привлечение разных танцоров со всей Украины в город Харьков. Я и моя команда, мы очень любим танцы, мы очень хотим это развивать. Номинации представлены в двух видах. Это они делятся на начинающих танцоров и на профессиональных. Начинающие до 4 лет обучения, про более 4 лет. Это есть сольные выступления, 2-3 человека, команды до 10 человек и команды от 10 человек. К нам приехали гости со Львова, с Киева, с Винницы, с Днепропетровска, с Одессы, с Кременчуга, с Полтавы. Я думаю, около в районе 10 городов здесь сегодня собрались. Также мы привезли двух европейских судей, более 300 участников. Также вчера проходили мастер-классы. На одном мастер-классе находилось более 170 человек. Все современные танцы, это хип-хоп, дэнс-холл, вок, вакинг, брейк-данс был, была и гимнастика, контемпорари. Нет ограничений по номинациям стиля. Призы отмечаются уважением, респектом, кубками, дипломами, сертификатами, скидками и подарками от Шоу и Хорио, танцевального фестиваля. Атмосфера уютная, приятная, и зрителям нравится, им комфортно. И участники, которые выходят на сцену и видят такое количество людей, они тоже, это их стимулирует вот выкладываться на всю и показать себя на все 100%.